Профессор Института экспериментальной физики Инсбрукского университета Рудольф Гримм – частый и долгожданный гость Казанского университета. Его лекции – это часть совместного образовательного проекта между КФУ и Инсбрукским университетом. Член Международного научного совета КФУ отметил бурное развитие вуза, в том числе создание новых лабораторий и приобретение самого современного оборудования. Все это – необходимые условия для исследования в области ультрахолодных атомов, которые помогают глубже понять законы природы. Эти знания находят применение и на практике, о чем и рассказал в своей лекции профессор. Технологии используются для создания приборов сверхточного измерения. Затем это, конечно, атомные часы, которые очень важны в навигации. Без них невозможна работа, например, система GPS. Также ультрахолодные атомы могут послужить каналами передачи квантовой информации. Это делает возможным квантовые вычисления и суперкомпьютеры, работающие с гораздо более высокой скоростью. На протяжении серии лекций Рудольф Гримм расскажет и о том, как исследования в этой области реализовываются в Инсбрукском университете. Диана Вакян, Руслан Уразаев, Универньюз.